противника. Вас слышу, призрак-лидер. Три неопознанных самолета на 192. Атакуем. Понял. Человечество уже покорило космос, однако на Земле, его родной планете, разворачивалось самое ужасное сражение в истории. После нескольких десятилетий мира весь Запад был оккупирован войсками Западной Конфедерации. Все крупные города были на военном положении, а на остальных территориях царило запустение. Лишь несколько стран нашли мужество объединиться для борьбы с тиранией. Эта горстка храбрых бойцов была единственной надеждой человечества. Контроль, призрак-лидеру. Призрак-лидер на связи. Призрак-лидер, рад видеть вас на борту. Добро пожаловать в учебную миссию. Начнем со снов управления истребителем YV-21. Этот датчик указывает вам следующую цель. Он включается, когда вы удаляетесь от цели и можете потерять ее. На близких расстояниях он исчезает. Сейчас мы с его помощью укажем место выполнения следующего задания. Хорошо. Призрак-лидер, в Академии вы получили допуск к полетам на истребителе F-6E. Теперь посмотрим, что вы умеете делать на YV-21. Чтобы показать ваши летные навыки, пролетите сквозь круги. Следуйте за указателем цели. Ваши навыки соответствуют вашей репутации, но это только начало. Сейчас вы идете на нормальной скорости. Сейчас вы идете на нормальной скорости. У вашего истребителя есть еще три. Чтобы повысить скорость, нажмите и удерживайте кнопку среднего газа. Предельная скорость, кнопка форсажа. Кнопка закрылки замедляет движение. Нажмите и удерживайте ее, чтобы снизить скорость. Теперь вы умеете менять скорость. Попробуем еще один маршрут. На этот раз с ограничением времени.
вас почти получилось уложиться в отпущенное время. Попробуйте еще раз. Отлично. Теперь перейдем к учебной стрельбе. Наземные цели обычно выделены этим указателем. На дисплее указывается число наземных целей, уничтоженных в течение миссии. Уничтожьте все эти цели с помощью пулемета. Для этого нажмите кнопку «Гашетка». Также можно уничтожить с помощью ракет. Дождитесь захвата цели и нажмите кнопку пуска ракет. Помните, нельзя запустить одновременно более 8 ракет. На дисплее всегда указано число оставшихся ракет и снарядов. Если у вас кончились боеприпасы, необходимо перезарядить оружие. Для пулемета и ракет это можно сделать в любой момент, нажав кнопку «Перезаряжание». Выбирайте время перезаряжания, чтобы не остаться без боеприпасов в удобный для выстрела момент. Теперь вы умеете уничтожать наземные цели с помощью основного оружия. А теперь приступим к делу. Чаще всего во время операции вам предстоит возглавлять эскадрилью. Постоянно следите за ведомыми. Их статус указан на вашем дисплее. Если вы потеряете всех пилотов, миссия будет провалена. Ваши пилоты отмечены синими значками. Ваши пилоты отмечены синими значками. Вражеские самолеты отмечены вот так. Теперь уничтожьте этого противника. Отлично, призрак-лидер. На вашем дисплее указано число целей, уничтоженных в течение миссии. Как вы заметили, каждый уничтоженный самолет противника добавляет энергии щитам вашего истребителя. Большинство вражеских истребителей не будут отступать, а попытаются уничтожить вас. От ракеты нельзя увернуться, просто увеличив скорость или изменив курс. Единственный способ уйти – быстро сделать бочку, нажав кнопку «Уклонение».
Будьте осторожны. Это надо делать в последний момент, нажав на кнопку лишь тогда, когда ракета ускорит движение в вашу сторону. В этот момент пламя ракеты изменит цвет. Теперь атакуйте эти два самолета. Не забывайте про их ракеты. Попробуйте еще раз. Помните, нажимать кнопку нужно, когда ракета увеличивает скорость. Отлично. Вы смогли уничтожить их, избежав серьезных повреждений. Теперь догоните самолет противника в этом каньоне и уничтожьте его как можно быстрее. Ваша тренировочная миссия почти окончена. Похоже, вы готовы к своему первому сражению. Не забудьте все то, чему научились здесь. Теперь уничтожьте как можно больше самолетов противника в реальных боевых условиях. У вашего истребителя есть еще одна особенность, о которой мы не говорили. Нажав кнопку «Спецоружие», можно переключиться на особую систему вооружения. Эта система использует специальную энергию. Ее запас пополняется только уничтожением вражеских целей. Перезарядить ее нельзя.
Когда самолет противника захвачен прицелом спецоружия, нажмите и удерживайте кнопку «Гашетка». Это может занять несколько секунд. При этом цель должна оставаться захваченной. При готовности системы значок захвата изменится. Отпустите кнопку, чтобы выпустить во врага 6 ракет. Спецоружие обладает большой мощью, но не забывайте, что боезапас ограничен. Учеба завершена, призрак-лидер. Возвращайтесь на базу. Вы готовы к первой боевой операции.